Дорогие друзья, всем привет, это группа Отава. Здорово! Ура, внеочередная зеленка. Ребята, День Святого Патрика грядет, это вообще самый зеленый праздник в мире. По этому поводу мы даже, видите, перекрасили студию. Ой. Собственно, это и называется зеленка. Это и называется зеленка, да. Ну, я думаю, люди и так-то догадались об этом. Значит, по этому поводу у нас сегодня прекрасные гости. Не будем долго вообще откладывать их представление, просто посмотрите небольшой коротенький ролик. Напоминаю, что все у нас в прямом эфире, это прямая трансляция. Пишите свои вопросы, у нас будет розыгрыш, будет музыка. Все это время, ну, не займет очень много времени, может быть, часик-полтора, посмотрим, как пойдет. Все, давайте представим наших гостей. Внимание на экран. Когда делаешь трости, все должно быть идеальным. А вот резец, конечно, надо натачивать до... Ну, чем он будет острее, тем лучше. И... Skipper on a drum drinking chain. Hi-yo, chicken on a raft. Tied on to my noggin, but I ain't going in. Hi-yo, chicken on a raft. The Jim is loving like a train. Hi-yo, chicken on a raft. He's looking at me comic, I'd say, yeah. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня замечательные гости. Музыкальный проект «Требушет» и «Анистратов Проджект». И отцы-вдохновители Саша Анистратов, Антон Платонов. Друзья, это мастера музыкальных инструментов. Небольшая еще информация по существу, которую обязательно надо знать. Итак, у нас День Святого Патрика грядет 17 марта, если кто не знает, это календарный День Святого Патрика. По этому поводу у нас большой фолк-фестиваль в Питере, ради которого, собственно, мы и раскошелились на то, чтобы привести этих замечательных музыкантов. Не буду говорить, сколько это стоило, но это пришлось выкопать, вытащить все вообще карманные деньги из карманов наших замечательных музыкантов. Но мы нисколько не жалеем. И уникальный случай. Значит, именно сегодня, в честь такого большого праздника, мы делаем промокод для тех, кто хочет прийти на фолк-фестиваль День Святого Патрика в Питере с небольшой скидкой. Здесь в кредитах трансляции будет написан этот промокод, где можно ввести и купить билет со скидкой. Так что пользуйтесь моментом. И, дорогие друзья, добро пожаловать. Привет, привет, привет. Мы так долго ехали к вам, наконец-то добрались. Кто-то летел, кто-то летел, кто-то ехал. Мы так долго ехали, целых 4 часа. Откуда ж вы к нам так долго добирались? Ну, мы из разных. А почему вы порознь добирались? С вокзала. Если вы музыкальный проект, почему вы добирались? Вы что, в разных местах живете? Ну, у вас даже не коммуна. Так сложилось, да, что мы не можем жить в Москве, хотя очень хотелось бы.
очень нужно. Вот видишь, Петька, как нас но раскидал. Мы физически, мы южане прирожденные, мы родились. Значит, если я не ошибаюсь, друзья, Антон Платонов какое-то время жил в Москве, да? Ну, мы с Ганой. С Ганой, да. Потом вернулись все в Новороссийск, и Антон занимается изготовлением музыкальных инструментов, в основном русских, желейки, пищики. Античных. Античные. Черкесских. И русских, ну, в общем, большой духовых. В основном духовые, да. Духовые и тростевые. Да. Нет, и флейтовые тоже. И флейты тоже, да что ж такое. Вислы, хорошо. Вислы. Значит, Саша делает волынки, ребята. Саня делает волынки. Вы понимаете, что вот жить у нас в России и вдруг ни с того ни с сего начать делать волынки, я сейчас не понимаю, как это возможно. Я вот не решился, честно. Так, Саша, ну-ка расскажи, что в твоей жизни произошло такого, что ты начал волынки вообще делать? Начал только не делать. Ври. Когда это началось? Начал делать и сначала. Давай так. Я помню, когда мы с тобой вместе были учениками Владимира Молодцова. Мы с тобой ученики Владимира Молодцова? Ну, по крайней мере, это написано. Да, это написано на официальном сайте Владимира Молодцова. И мы там с тобой стоим в первых рядах, собственно. Да, после Лазерсона и Карлсон Унис. Да. Значит, если я не ошибаюсь, у тебя была волынка Шека. И что-то произошло такое, что ты вдруг решил себе сделать нормальную волынку. Так я понимаю, брат, Саня? Никто. У тебя тоже была волынка. У тебя тоже была? Конечно. Вы Леша, мы с тобой познакомились. Мы приехали с Ганой в 2003 году, познакомились с тобой, а мы приехали, чтобы забрать у Шека волынку. Ёшкин, вот я думаю, откуда мне твое лицо знакомо? Но это была не первая. Чтобы все понимали, здесь в Петербурге был такой, есть замечательный мастер музыкальных инструментов Сергей Михайлович Шек. Слава Богу, он делал волынки, ну, такие, скажем так... Нет, эконом-класс. Эконом-класс. Давай лучше не так. Я вообще все понял. То есть ты мне, по сути дела, ответил на вопрос, с чего все началось? У тебя появилась волынка Шека. И ты решил, что тебе нужно исправить вообще эту ситуацию и сделать свою. Я помню, как это было. Саша приехал, я смотрю... У меня просто не появилась волынки Степанова, поэтому... Я смотрю, что у тебя волынка такая же, как у меня, как у Сергея Михайловича Шека, но она вообще-то выглядит намного лучше, просто реально красиво. Я спросил, Саша, что ты с ней сделал? Саша сказал, начал завидовать. Нет, Саша, да, я начал завидовать. Саша сказал, вы знаете, ты знаешь, я, говорит, я снял весь лак и там покрыл каким-то другим лаком, и она стала совсем по-другому выглядеть. Вот, Сань, давай, ну если быть серьезным... Это вот, был лак Страдивари. Ты же нигде не учился делать волынки? Ну, я учился ну, делать ты волынки, но ты сам. Архитектор. Нет, архитектор у Виталия у нас. А, серьезно? А я скульптор. А, скульптор. Конечно. Черт. А скульптор — это не одно и то, что архитектор. Плохо подготовился к интервью. Это другой. Профессиональное скульптурное образование, и после этого ты... Ну, да. Но я просто с самого детства изучал историю искусств, скульптуру, архитектуру, и потом занялся музыкой в 6 лет. Серьезно? Ты учился? Ну, меня заставили там учиться. Представляешь, до 6 лет он изучал скульптуру и архитектуру, и в 6 лет он занялся музыкой. Саня, ты рушишь нам вообще всю концепцию. Я думал, что мы приглашаем только непрофессиональных музыкантов, а тут где ты учился? Я учился, это был какой-то ДКШ какой-то. Не гнись. ДКШ «Маяк». Или как-то так. Инструмент какой? Волынка? Это была блокфлейта, конечно. А, блокфлейта. Да. То есть тебе было полегче, чем кое-кому? Нет, мне было не полегче, потому что мне не повезло с преподавателем и не повезло, в принципе, с обучением. Так это еще больше облегчает. Когда с преподавателем не повезло, это так же, как с волынкой Шека, понимаешь? Ну, называть фамилию преподавателя сегодня не будем, чтобы не спорить человеку карьеру. Нет, я думаю, он сам это сделал. Но нет, первый инструмент я свой вполне сознательно сломал. Серьезно? Какой? Об колено? Об ногу, да. Нет, об пол? Об пол. Сколько да. тебе было лет? Я как-то улучил момент, когда родителей не было дома. Хулиган. Я храню эту флейту до сих пор, она у меня склеенная. Как такой... Напоминание. Да. Нет, как первый цент Скруджа Макдака. Ага, то есть с этого началось твое богатство. Ну хорошо, а первый инструмент, который ты сделал? Вот ты. Я не помню, как это началось. Первый инструмент, который я сделал, я тоже не помню уже, что я сделал сначала. Здесь должен быть титр «Врет». Ну, конечно, помнит. Запиканное так. Нет, я помню инструмент, который я сделал профессионально. Первый, это была гайта. Это был... 2005 год. Вот это вот типа вот этой, которая лежит на столе? Ну, типа вот этой, да, но был более простой инструмент. А чертежи? Чертежи, но я к тому времени уже завелся, да,
большим количеством чертежей и уже делал по ним. Ну, просто пришлось померить очень много разных инструментов, чтобы сделать свой. Антон, а ты первый свой инструмент как сделал? Это был далекий 97-й год в горах Адыгеи. Я из бамбуковины нагрел гвоздь в костре среди леса, прожег дырки. Это была первая поперечная флейта. Ты что, ты это сделал случайно? Ты просто хотел... Нет, я не случайно. Там такое у меня было очень классное окружение. И один из ребят вот делал так, я повторил за ним... Меня получил. Я сначала долго учился дуть. Я до этого на блокфлейте очень сильно играл, но попал в среду, там вот парень один, Саша, делал в такие флейты, всем давал, все дудели, а я не умел. Ну, поперечная флейта. Собственно, я сейчас нарисую тяжелая картину, которая вот у меня сложилась в голове. То есть поехали они на пикник, на шашлыки, короче говоря. Саша и Антон, да? В 97-м году. Нагрели шампур, проткнули бамбук. А, в бамбуковую рощу они поехали на шашлыки. Бамбуковая роща — это уже Абхазия. Это не Абхазия. То есть, и это была поперечная флейта? Ну да, это была моя первая поперечная флейта. Потом буквально там через некоторое время ко мне попал очень классный такой турецкий пищик Шипси, сделанный турецким гастарбайтером в Белореченске. Пищик, если кто не понимает, такой прототип желейки, более деревенский. Да. Вот мне парень дал, вот говорит, у меня там рядом стройка, там турки строят. И вот я там с одним турком скрешился, он вот взял прям тростниковину, раз-раз ножиком, раз-раз. И дал, и потом долго, это был такой как бы примитивный, так просто сделанный инструмент, и он так круто звучал, и я много лет не мог его повторить. Только уже когда уже мастерская, вот у меня 2008 года, все серьезно, антплат там, и вот только тогда я уже как бы смог вот повторить. У меня этот инструмент, вот он хранится как образец. Обалдеть. Ты знаешь, я смотрел недавно видео одно с Сергеем Николаевичем Старостиным, и он там немножко так... Ну, сетовал, что вот современные мастера музыкальных инструментов, они, конечно, молодцы, потому что они пытаются довести вот эти деревенские примитивные инструменты до какого-то более благородного, более устойчивого звучания, чтобы инструмент был более темперированный, отстроенный. И они как бы вот эти дырочки выверяют там по каким-то специальным формулам. Говорит, а в деревне так не делали. Дед просто брал под палку, пальцы, да. Под пальцы, раз, тык-тык-тык, вот облизал. У меня именно раз, такой пищик был. Да? И вот он говорит, что он звучит по-другому. То есть он, может быть, там типа не строит, ну, если с клавиатурой. На самом деле это хитрый как бы строй. В турецкой музыке, допустим, там вот эта народная традиция как бы протыкания дырок без какой-то темперации, она как бы стала, ну, стандартом звучания, и это круто. И практически современная турецкая музыка, она на этом строю основана. Вот если ты послушаешь турецкую классику, где там саз играет, бендир, там вот это вот, суфи крутятся, вот они именно, у них этот строй народный, вот он такой, он сохранился, в отличие, там, от, допустим, от академической русской музыки. Я понимаю, что, в принципе, руки-то у русских, у турков одинаковые, но почему-то строи разные получили. Значит, может, все-таки что-то нет. Значит, и руки нет. Вот этот вот, то, что говорил Старостин, деревенский строй, он как бы, он с турецким, они почти это одно и то же, на самом деле. Обалдеть. Только у нас как бы, ну вот в сценическую историю пошла вот уже темперированная, там под пианино настроенная диатоника, а вот в турки, они вот, у них с сохранением традиций немножко лучше история случилась в 20 веке. Ну, слушай, здесь не Турция. Я помню, был у меня интересный случай, я сочинил в Финляндии, ко мне подходит парень и такой, слушай, ну я играл на волынке, там что-то, какую-то классику. Слушай, ты знаешь, я вот тоже на волынке играю, я сам себе ее сделал, хочешь, покажу? Говорю, да, давай. Достает там из кармана какую-то штуку такую, раз, ну, просто палочка там, и в ней дырки. Я смотрю, ну, как бы размер между дырками, ну, вот совсем не такой, какой обычно. Он на нем что-то пытается играть, и звук вот такой, как раз, наверное, турецкий очень строй. Я говорю, а ты как там, ну, как ты их отмерял там по черенам? Не, я, говорит, просто вот так проделал. Я говорю, ну, ты знаешь, там, в принципе, есть там определенные формулы, есть закономерность, ты посмотри в интернете. Он, да, серьезно, а, спасибо. Вот, Сань, ты, так я понимаю, все-таки уже сразу же готовил по чертежам, и, то есть ты делал волынку конкретно, вот там, галисийскую, то есть зная, какое что-то там должно быть. Да. То есть для тебя это не было терра инкогнито, и у тебя... Ну, мне пришлось просто собрать очень большой архив разных чертежей, вот. Ну, то есть разных чертежей одного инструмента, чтобы потом просто... Уже сделать свой. Да. Я был у Саши в гостях, он, сейчас я тебе покажу мои чертежи. Так, из-за угла вот такую вот папку вот такой толщины вынимает. Вот часть моих чертежей. Обалдеть. Да. Несколько килограмм. Слушай, ну, ребята, у вас просто, я вам завидую, у вас руки растут из правильных мест, понимаете?
У нас единственный вот мастер музыкальных инструментов Алексей Скосарев, но он делает всего лишь гитары, понимаете? Как бы, хотя... Неправда. Неправда. В 2003 году группа еще Прото-Требушет заказывала у Алексея Скосарева Боран, который до сих пор, вот такой вот ирландский барабан, только не этот, который до сих пор служит уже другой группе в Новороссийске. Алексей. То есть прошло более, сколько, 15 лет прошло? Ребята, раз такое дело, раз у нас все-таки у нас в нашей группе тоже есть такой серьезный мастер музыкальных инструментов, не только гитары делает. Черт, я думал, хотя я знаю, что все и так про это знают. У меня есть предложение, немножко, чтобы обострить вообще наш сегодняшний вечер, потому что нас смотрят, надеюсь, очень много людей, специально для зрителей. Сейчас мы запускаем конкурс, так как все-таки наши гости в основном мастера, я знаю, что Антон тоже и волынку делал русскую, да? Ну, скажем, сделал, да. Сделал. Там южно-русская. Все, да. Это самое главное. На волынке ты играешь? Ну, на разных. Значит, у нас здесь есть два профессиональных музыканта, играющих на волынках. Как минимум два. Как минимум. Я все время, когда я начинал играть на волынке, я себя поймал на мысли такой, что вот, как только через месяц вот научился вот держать давление, все это гудит, и чувство собственной значимости просто вырастает в разы. Такое эго. То есть я стал немножко повыше, понимаешь, вот так ходил, смотрел на себя немножко свысока. Вот. И любой начинающий волынщик, он себя представляет, в принципе, сейчас нам покажет, как себя представляет начинающий волынщик. Покажите, пожалуйста, картинку. Ну, вот примерно вот так. Пафосный, красивый чувак. Слушай, ну килт коротковат. Ну, немножко, неважно. Понимаешь, он тогда еще не разбирается, не понимает, что есть разные тартаны. Но, к сожалению, действительность, она немножко другая. Действительность, она вот такая. Покажите, пожалуйста. Килт отрастает потом. Это крутая действительность. Да, это крутая действительность. По этому поводу я предлагаю, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, по этому поводу сонет. Легкое четверостишие, в котором вы описываете вот эту ситуацию. Про волынку, про волынщика, все, что хотите. Главное, чтобы это было забавно, смешно или как-то оригинально. Значит, самые интересные сонеты наши дорогие гости выберут. Один. И будет приз. Приз, если вы из Санкт-Петербурга, вы сможете прийти на наш фестиваль в эту субботу. Два билета в VIP-ложу вас ждут. Если вы из другого города или, не дай бог, из другой страны, то вы получите компакт-диск группы «Требушет». Антон, привет. Да, наш последний альбом «Scottish Fame» называется. Такой. Я буду рассказывать то, чего нет в руках. Мы его не взяли. Мы сейчас тебе тут. Верим. Мы тебе да, верим. Красивый красный диск, буквально двойной альбом с 14 треками, песнями и очень много волынок. Да. Это шотландский альбом. Записан нами в 2004 году. В 2014, пардон. В общем, призы шикарные. Я вам всем рекомендую. Значит, пишем либо у нас в ВКонтакте идет трансляция, либо ВКонтакте идет трансляция, либо в Ютьюбе, в чате присылайте свои варианты, мы их потом отсмотрим и выберем самый лучший. Сейчас я предлагаю постепенно все перейти к главному блюду. У нас здесь огромное количество музыкантов, которые уже, я чувствую, меня сзади бьют копытом. Целый оркестр. Да, целый оркестр. Поиграем музыку, да? Наша музыкальная рубрика. Бобик в гостях у Барбоса. Thank you.
Дорогие друзья, господи, понимаете, после этого даже вот следующий вопрос, который, казалось бы, надо было бы задать, потому что многих зрителей, ну, нас часто спрашивают, а почему вы играете на волынке? А почему вот в нашей стране вы на таком экзотическом нерусском инструменте? Господи, ну разве это требует вообще объяснений? Саня, вот скажи честно, вот мы с тобой играем на волынках. Ну... Во-первых, это очень русский инструмент. Раз. Собственно, этим, я думаю, можно и закончить, да? Да, просто об этом, ну, страна подзабыла, народ подзабыл свой инструмент. Вот, но это очень русский инструмент. Я, можно маленькую вставочку? Интервью, этнографическое интервью с Кубани. Пастух, ну, как бы не из черкесской, именно из русской среды, рассказывает. Я, когда чабановал, на волынке играл. И всякий чабан на волынке играл. Чабан-пастух, да? Пасту, ну, там именно у нас чабанами именно, даже в русской среде зовут, да. И всякий чабан на волынке тоже играл, а я, когда чабановать бросил, волынку продал. Вот. Кремень. То есть, я так понимаю, что следующая с нашей, Саша, такой, следующая ступень, мы пойдем чабановать. Волынки есть уже? На Невском пасти. Да, но мы чабановали вообще. Кстати, хорошая. Вот я знаю, что вот мы называем в Питере сайшинить. Сайшинить играет на улице за деньги. Так теперь будем называть чабановать. Да, в Москве, я знаю, что это называется стритовать. Вот, а стритовать. Где ты говоришь, это человек? Откуда человек? Кубань. Чабановать. Кубань. Вот, ну, нормально, очень подходящий. Ну, слушайте, парни, по-моему, какая-то фантастика просто. Я не знаю, как вот... Как вам вообще? Или не очень нравится. Я надеюсь, вот хотя бы часть вот какая-то, вот такая толечка того звучания и атмосферы, вот она сквозь провода и интернет и передается. Здесь большой сильный канал Wi-Fi, я думаю, все-таки, ну вот столько проходит. Но вот столько, сколько здесь, вот столько оно, конечно, не помещается. Это... Ловите, друзья, ловите. Фу, у нас зашел разговор небольшой про пищик, про двойной. Я просто хочу сейчас небольшую пропищик. Параллель запустить. Да, давайте, не все знают, что есть вот, с чего все начиналось. Мое подозрение, вот я для себя так объясняю, что двойной пищик — это прародитель волынки, в принципе, в чем-то. Ну, в принципе, да, как минимум, ну, многих, допустим, волынок, вот южного там толка, там, допустим, турецких, вот грузинских в том числе, где вот традиции волынчины сохранились, явно их как бы предшественниками был двойной пищик. Есть даже, у осетин же тоже, да, своя волынка как бы есть была, вот сейчас ребята ее возрождают, и вот мне осетины рассказывали, тоже этнографическая история, задокументированная, довоенная, что у них вот есть стили свой, двойной пищик вот такой, и есть прям история, что играют на стиле, да, потом берут бурдюк, его прям туда вот так раз, воском там заделали, и уже играют, как бы, вино выпили из бурдюка, как бы, раз, воткнули двойной пищик, и получилась волынка, вот. Собственно, ну, надо продемонстрировать, да, наверное, ты можешь, вот у тебя, инструмент. Включи, пожалуйста, микрофон, это возможно. Раз-два, раз-два. Да. Звучит двойной пищик. Антон, я тебя прекрасно понимаю, когда ты мне прислал первый мой двойной пищик, я, ну, так достаточно скептически, ну, подумаешь. Что потом, за я потом тростниковинки такие? Я не мог оторваться, я реально там целый месяц, и, понимаешь, и глаза горят, ну, то есть это фантастически. И я смотрю, что ты играешь цикличным дыханием, то есть у тебя твой, собственно, мешок, который вот Саша себе в волынку вставил. Я тебя... отказался от волынок, простите, друзья, волынщики, я решил, что волынки... Для меня лично это дешевый понт, что надо вот носить в кармане двойной пищик. То есть настоящие мужики спрашивают не у Гугла, а у Ясеня, я понял. Нет, собственно говоря, понимаешь, то есть ты как, поскольку ты вегетарианец, ты, и у тебя мешок из Гортекса, а тут вот вообще человек и зверей убивать не надо, ты понимаешь, зверей убивать не надо. То есть мешком является сам... Сам волынщик. Сам Антон просто. Азм есть мешок. Вот.
Что я часто говорю людям, когда они слышат этот инструмент, что это за волынка, это откуда вообще инструмент? Я говорю, ребята, это, этот инструмент, возможно, он гораздо более русский инструмент, чем какая-нибудь балалайка, вот, которая считается символом русской музыки. Ну, мы же знаем, на что... самом деле, его распространение в догармошечную эпоху, там, до второй половины 19 века, оно очень широкое, есть в каждой области. То есть это был практически главный полифонический инструмент, который играл и для танцев, и там сигналы пастушьи. И есть даже этнографические записи, где поют вместе с ним. Как бы. Ну, короче, самый что на есть народный. Собственно, его, ему на смену пришла, ему и волынке. То есть они параллельно там как-то существовали, но, насколько я понимаю, все-таки двойной пищик более имел широкое распространение, и он дожил, его традиция дожила там в, Курс, в Курской, Белгородской областях. Вот. И гармошка, как бы, имея вот свою вот эту полифоническую историю, да, как бы, когда много звуков одновременно звучит, она как бы по смыслу просто его вытеснила. Да. Просто эти гармошечники, вот. Понимаешь, мы с Димой ходили на русский джем-сейшн, мы поняли, что она там просто делает вещи с гуслями и со скрипкой. Ну, гармошка, два гармошечка сели, да, как начали колбасить. Ёшкин кот, наши скрипачи потерялись. К сожалению, это факт. Но мы не будем говорить, что гармошка плохой инструмент. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел бы задать вопрос. Я сам играю на гармошке и скажу, что гармошка имеешь плохой право. Инструмент. Юля, вот ты как классический консерваторский музыкант, вот что ты скажешь по поводу двойного пищика? Мне кажется, когда мы были в Индии первый раз, то... А, нет, мы были в Китае, и мы прошли прямо по улице. Хулусы мы искали. Мы прошли по улице со всеми этими инструментами. Ты как раз, вот мне кажется, первый раз тогда пробовал. У меня была мания. Мы поехали в Китай на гастроли. Я такой, ребята, я знаю, что Сережа Клиенский играет на хулусы. Это китайский вариант двойного пищика. Да, только у него пищик не тростниковый, а железный. Я такой, хочу хулусы. Везде обходил. Я проверил, наверное, 50 этих разных инструментов, они все китайского качества, невозможно играть. Ну вот хулусы, которые, да, в Россию тоже попадают, в основном они красиво лежат на полочке, но не играют. Не, я нашел потом, но мне что-то стало жалко денег, ладно, думаю, завтра приеду, а завтра, конечно, не наступило. А я завтра приехала за смычком. А, серьезно? И ты смотрел на него, думала, купить, не купить себе. Представляете, Юля бы купила себе хулусы, а я нет. Ну а все как инструмент, как тебе это? Ну, очень красиво звучит. И интересно, что он такой маленький и такой и такой мощный. Да. Так, дорогие друзья, прежде чем мы приступим к вопросам, я хочу напомнить, что у нас это все, вот это, вся эта замечательная красота, она, конечно, не просто так. И мы обращаемся к нашим зрителям. Ребята, пожалуйста, если можете, поддержите нас не только морально, но и материально. Там есть ссылочка, можно отправлять свои легкие пожертвования. А мы будем, несмотря на скудость этих пожертвований, будем все равно продолжать делать это качественно и хорошо. У нас есть вопросы. Когда же будут танцы? У нас есть вопросы. Когда же будут танцы, есть вопрос. И это у музыкантов. У музыкантов есть вопрос. Когда будут танцы у телевизора? Друзья, мы ждем танцев у телевизора. Снимайте свои танцы под нашу музыку, выкладывайте там, присылайте ссылки. Это хороший челлендж. Мы это дело как-то обязательно отметим, поощрим, обещаю. Еще у меня есть ответ на этот вот первый вопрос, который поступил. Ну, когда же будут танцы? Сегодня в передаче будут танцы. Те, кто ждет танцы, Ирландские. Пожалуйста, досмотрите передачу до конца. Ничего не хочу сказать, но мы с Саней уже танцевали. Видели, как мы так ногой делали? Конечно. Это же танец был, Саня. Да. Как вот тот парень. Я боюсь, что те, кто Лёгкий задает танец. Вопрос, не про вас. Лёгкий. Так, почему вас не показывают по ТВ? Ну, я не знаю, это дурацкий вопрос. ТВ вчерашний день. У нас свое ТВ, ребята, вы чего? Вот. Как это, нас уже показывают? Сань, к себе вопрос. Какой смысл дуть волынку? Да, вообще вот. Ну, я думаю, что каждый человек... Имею в виду, что матом ругаться у нас нельзя, поэтому... Да, мы запикать не успеем. Каждый человек для себя находит смысл в чем-то, и когда он вкладывает это в то, что он делает, находит в этом как раз смысл. То есть, по сути дела, Александр говорит вам о том, что если вы... Переводит с Александровского. То есть этот вопрос, ну, он как бы такой, какой-то такой риторический. Какой-то такой, как будто бы он. Как будто он. Этот вопрос не имеет ответа, к сожалению. Кстати, у нас еще один волынщик. Такой же вопрос можно к любой деятельности человека вообще, ну, то есть применить. Какой смысл, не знаю, ездить на автомобиле? Волынщица у нас есть, если не ошибаюсь, Ганна. Смысл задавать вопрос? Я могу ответить на этот вопрос. Они не пробовали, и поэтому еще не укусила. Те, кто не пробовал играть на волынке, надо просто попробовать. Однажды ко мне подошел человек и сказал, слушай, дай подудеть. Я ему отказал.
просто по той простой причине, что моя волынка, в нее надо дать ртом. Но мы скоро перейдем к волынке, которую не надо дуть ртом. И, но, несмотря на это, Саша, не будет, Саша тоже никому не даст не поиграть. Да, это не значит, что да. Так, что за инструмент у... Здесь какое-то ругательство. У Антона. Антон, что у это Антона? За инструмент? Тебя те, люди какой? Думают, что ты запах, что ты... Двойной пищик мы рассказали. И вот этот. Это называется инструмент. У него много имен. Каподастр. Но в контексте... Да, это каподастр. В контексте ирландской музыки его называют Irish Bouzouki или ирландский бузуки. Обязательно нельзя говорить просто слово бузуки. За это бьют. Вот. Обязательно подавали. Ирландский, потому что когда говорят, когда, если вы скажете в новороссийский слово «бузуки», а в новороссийске единственное место где, в России, где преподают греческий бузуки. Греческий. Да. Вот вам сказать... скажут, вы что, греки, да? Что ли? Да. Но у нас, у меня в руках именно ирландские бузуки. Еще этот инструмент можно назвать мандола. Сделанный назвать... в Словении, если не ошибаюсь, да? Нет, это немецкий мастер. А-а-а, в Словении нет. Это... Так, вот. Это у вас тут на словенских, я видел, играют. На румынских, я бы даже сказал. Шучу. Вот. Это ирландский бузуки, который в 60-х годах, он был как бы на основе греческого переделан, вот, и получился такой ирландский инструмент, который вот до сегодня живет и здравствует, и имеет уже свою очень сложную, такую разветвленную традицию. И попадает в разные фольклоры, от ирландцев уже он попал к скандинавам, к французам. И вот мы его приручили к кубанской музыке в нашем проекте «Етрюш». Дорогие друзья, это кубанские бузуки, все нормально. Так, я предлагаю дальше вопросов особо интересных, я не вижу. Предлагаю, Саша, вот... Про батарейки. Про батареи неинтересно. Есть, как знаешь, вот король всех овощей или фруктов, есть король всех волынок. Я считаю, что... Или это королева все-таки? Ты можешь показать Илин вот пайп. Этот замечательный инструмент, который называется Илин пайп? Я правильно произношу? Илин. Илин пайп. Илин пайп. Ты сделал Илин. Это. Чей? Я... Чей? Илин пайп. Чей? Илин. Илин. Ирландская волынка. Ну, давай да. Посмотрим, потому что вот мы сейчас показали самый, Антон, без обид, примитивный инструмент. Ну, простой, самый сказать. Простой, да, не примитивный, простой. Потому что чем проще инструмент, тем сложнее на нем играть. Самый простой из полифонических духовых. Скажем. Из полифонических. А сейчас мы увидим один самый из самых сложных. Да, один из самых сложных. Духовых. Не, я думаю, все-таки ирландская волынка самый сложный полифонический духовой инструмент. Александр, ну, ты тоже самое сделал, да, я так понимаю? Ну, я-то знаю это, но музыканты... В принципе, да, конечно, она из моей мастерской. Ты смотри, что происходит. Правильно говорить, не сам сделал, а это сделано в твоей мастерской. А, сделано в твоей мастерской. Да, и... Все, я запомнил, спасибо. Это разные вещи. Ты сам сделал это на балконе? Да, это как-то не очень... Это я сомневаюсь, что это на балконе. У некоторых мастерская на балконе. Я встречал таких людей. Ну давай, просто услышать звук, потому что... Когда мы заиграем оркестром, могут даже люди не понять, что происходит. Нам одно проведение рельса какого-нибудь. Разница в климате. Вот видите, можно обратить внимание, что Саша не дует ртом в эту волынку, а просто... Она на духовной тяге, на магии. Там кто-то говорил про камин. Вот на эта эфире. Штука, которая раздувает в камине огонь. Работает на эфире. На эфире. Ну да, инструмент, пожалуй, самый сложный из всех. Волынка. Образных и волынок. Вот я скажу немножко такую историю. Считается, что волынка пошла где-то из Ближнего Востока, из Индии, сам принцип волыночный. И вот он шел на запад, прошел всю Европу, и вот самый крайний запад — это Ирландия. И в Ирландии он обрел всю максимальную сложность, которая может быть у этого инструмента. Накопленная за долгий путь через другие страны. Набрал бурдонов, так сказать. Ирландцы же баловни судьбы, им просто повезло. Наконец. Повезло, да. Принесли. Ну, вот. Они уж, они просто это все уже сделали. Им принесли готово, я понял. Да. Поехала. Смотрите, давайте немножко введем еще такой момент, как бы, может быть, практический.
Хочу спросить сначала Антона, потом Сашу. Саш, не слезай оттуда, ладно? Антон, сколько стоит, точнее, сколько стоит твой спичек? Вот за сколько его, за сколько он продается? За сколько ты его продаешь, как мастер музыкальных инструментов? Если я тебе вот позвоню, Антон, нужен спичек двойной? Сколько? Но в зависимости от комплектации от 3,5 тысячи. 3,5 тысячи. От 3 рублей. От 3,5 и выше рублей. И выше, да. Ага. То есть минимальная цена 3,5 тысячи. Сколько занимает изготовить двойной спичек по времени? Это очень, при наличии как бы уже готовых, допустим, заготовок, вот полностью там вычищенных, это, конечно, сама сборка, ну, происходит там в течение, там, может быть, там, часа-двух, там, и потом еще настройка, но, понимаешь, есть еще подготовка материала. Ну, тростник. Все это, да, это очень все долгий, сложный процесс. Максимально потом, сколько? Потом еще настройка. Понимаешь, ну, невозможно сказать месяц. Тростник я собираю в одно время. Ну, там, да. Потом этот тростник у меня там сохнет, там потом происходит первичная обработка, там зачистка, потом он еще сохнет. Ну, я трудно тут посчитать все, понимаешь? Вот. А потом, когда уже сборка произошла, там трости все, вот, дырки сделаны, потом он несколько дней настраивается. Полежит, опять он там как бы расстроится, опять его настроишь, разыгрывается, и я не знаю, через несколько дней... Вот после сборки инструмент уже может быть отдан музыканту. И то музыканту его все равно еще надо. Ну, то есть, если сложить все вот эти там подготовительные работы... Не могу я сказать, сколько это все по времени. Ну, вот... Ну, короче, сколько там? 2 месяца, в общем. 2 месяца? Ну, да. Тоже неплохо. Следующий вопрос, Саша. Саша, а сколько у тебя занимает время изготовить вот такую волынку? Ну, 3 месяца. 3 дня? 2 месяца. Ты помнишь, там была такая история с Пабло Пикассо, который... Да, рисовал. Да, да, про петухов, да? Ну, нет, не про петухов. Ну, про петухов, наверное, тоже. Я про петухов нет. Только Карлсон знаю. Нет, он нарисовал быстрый набросок прямо на салфетке какой-то дамы за столом в ресторане. Ага. И она попросила, могу ли я купить? Он сказал, да, 10 тысяч там, франков или чего-то. Ага. Она ужаснулась, что как же так, вот так быстро его... Нарисовали, почему так дорого? Он сказал, вы знаете, я на него потратил всю свою жизнь. Вот так вот. Да, поэтому. Так что любая волынка, неважно, сложная она или простая, для этого она требуется вся жизнь. Стоит 10 тысяч салфеток. Но все-таки, если я вот позвоню тебе с улицы, скажу, знаете, хочу заказать у вас ирландскую волынку, сколько займет времени ее изготовления, сколько будет минимальный сет? Ну, то есть, я думаю, это может кому-то будет интересно. Как у Пикассо. Как у Пикассо, 10 тысяч. Салфеток, ешкин кот. Салфетки. Ребята, заказывайте. Если кому интересно, на самом деле, наши музыкальные мастера, естественно, принимают заказы. А двойные пищики всегда есть на лифте. А, двойные пищики. Ну, все хорошо. Ну. Что, может быть, мы... Так, что у нас там есть? А, кстати, можно встречно? Да. Двойной пищик используется уже в... Готовится в... песня. В ее, готовится да? Песня, да. Единственное, что говорю, вот сейчас немножко я отложил это дело и не играл на пищике 2 недели, и мне пришлось его... Сколько сказал... 3 дня потом приходит в себя, да, надо было его приводить не, в себя. Его можно сразу привести в себя. Ну что, я думаю, может быть, мы еще поиграем, если вы не против. Давайте. Да, давайте поиграем. Ребята специально подготовились вместе с нами поиграть одну песню. А, это вот редкий. Да, сейчас будет песня про чай. Бобик в гостях у Барбоса. Пятачоком мне давал. Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить, а я от роду не знаю, как проклятый чай варить. Взял я все на скорую руку, чай весь высыпал в горшок, на приправу перцу луку и петрушки корешок. А
чай принял. Чай мой вышел объедение, раза два прокипятил. И немного в украшение сверху маслице подлил. Снял я пену понемногу, снес в горницу на стол. Положил тарелку ложку, тут и барин подошел. Кушать снял я с барина пальто. Молодец, всегда так слушай, хвалю тебя за то. Если будешь аккуратно ты всегда так исполнять, то на празднике, понятно, подарю рублишек пять. Пять рублей, ведь денег много, с ними можно погулять. Даже Машка не дотрога меня станет уважать. Волоса моих цепился и таскал меня, таскал. Ах ты, чертов образина, ты чего мне наварил? Ах ты, петка, ах, дубина, чтобы пес тебя хотел. Долго-долго он ругался, злой по горнице ходил. Тут чурбак ему попался и отходил. Полетела кверх кармашка, я что с тобой до двери. Вот тебе прогулки с Машкой, вот тебе и пять рублей. А потом лишь догадался. Фу ты! Что ж я чай не посолил? Из нас Бобик явно. Вы знаешь, я, да, некоторые люди вот так думают, ну как же так, Бобик, как-то обидно немножко. Я не вижу это ничего обидного, и Бобик, и Барбос это такие дворняги, которые взяли, встретились и просто реально оттянулись, поэтому думаю, что все нормально. А, ребята... Хочу кисель пью, хочу на транзисторе играю, а дедушка прихожий на коврике. А если он не слушается, то я его веником. Так, есть ли у нас там вопросы? Пока вопросов нет, значит, хочу напомнить, дорогие друзья, вы все смотрите Тархун, да, передайте, пожалуйста. Зеленка, самая вкусная, зеленый вкусный напиток. Хочу напомнить, что наш прямой эфир
происходит без всяческой спонсорской поддержки. Единственное, пока что. Пока что, да. У вас есть шанс стать первыми. Друзья, помогайте. В этом нет ничего плохого. Наоборот, только очень позитивно. И видите, эфир замечательный, музыканты прекрасные. Есть у нас ряд своих вопросов. Саша, если не ошибаюсь, у тебя вот музыкальных коллективов, Анистратов Project, ты играл в каких-то там вот Тентал, еще что-то, но вот в основном... Да, были всякие другие проекты, но давно очень. Да, но часто ты выступаешь один. Или... Часто выступаю один, и наш дуэт с Виталием как раз... Это теперь называется... Виталий это кто? Анистратов Project. Виталий Сафронов, вот он... Виталий Сафронов, вот там вот... К сожалению, у Виталия нет микрофона, да, вот этот... Виталий, да, скрипач и флейтист. Что-нибудь возможно включить микрофон? И архитектор. Вот то есть встретили скульптор с архитектором, сказали, давай играть на волынке и на скрипке, да? Здорово. Да, это Project, а это Анистратов. Ага. Виталий Project. Так, а Антон, у вас группа Трибушет с Ганой, и еще у вас, я такое, что есть Трибушет какие-то... это группа групп, то есть это... Ну, то есть у нас есть просто несколько разных составов, с которыми мы играем, ну, не сильно, но разную музыку. То есть, допустим, у нас есть Трибушет Сейлор, где мы занимаемся чисто шантис, чисто морскими песнями. И есть вот... Трибушет, который условно там мы его называем кельтским, где мы играем там ирландскую, шотландскую музыку. Там. Но это было. Сейчас у нас это трибушет вот с Анистратов Project. Последние уже полгода вот мы вот играем только вот в этом прекрасном виде и наслаждаемся этим. Антон, а название трибушет, я не успел посмотреть, что это означает. Пожалуйста. Это такая метательная машина. Катапульта. Пик развития метательных машин. Группа Трибушет в 2008 году начиналась как... исключительно играющая средневековую музыку на среднеисторических средневековых фестивалях. Mm-hmm. Вот. Потом у нас появилась, как бы, вылилась в отдельные там ирландские песни, вот, в отдельное направление, там, мы галисийскую музыку, вот, все эти вот тоже, то, что мы сейчас играли, мы тоже очень любим поиграть. Вот. И мы там стали дробиться, да, как бы разные составы, но, в принципе, все это западноевропейская музыка. И мы уже не стали плодить сущности, и просто все это и называется... И вот вопрос. А каким образом получилось так, что Анистратов Project и Трибушет, группа групп, стали одним музыкальным проектом? Все просто, все началось с московского сейшена. Да, где? Мы просто как-то поиграли вместе. В январе прошлого года. А, серьезно? Да, с московском сейшене. Год назад где-то. Мы поиграли, не то, что вместе, со всеми посоединили, так всем понравилось. А потом мы сделали фестиваль мастеров музыкальных инструментов «Все на юге», который «Дудки юга» назывался. Вот. И Саша был у нас почетнейшим гостем. И тут мы уже поиграли прямо на концерте этого фестиваля, прямо вместе уже, прям, уже конкретно поиграли. А еще более конкретнее, мы уже поиграли в ноябре. Вот, прошедшим ноябрем мы сделали 2 концерта в Краснодаре и в Новороссийске. И уже вот в этом виде, как мы будем играть на Дне Святого Патрика. На Дне Святого Патрика, да. Напоминаю, что у нас 17 марта большой фестиваль. И промокод «Зеленка». Промокод «Зеленка» действует. Можно купить билеты со скидкой. Так, у нас есть, смотри, вопросы. Хорошие. Ой-ой-ой-ой-ой. Вопрос к Антону. Антон, привет. Скажи, есть ли какой-то тростник или бамбук, из которого можно изготовить духовые инструменты? Но рос бы он в Краснодарском крае. Очень простой ответ. Но с другой стороны гор. Вот как. Так вот это. Ну, я понимаю, видимо, с северной стороны весь тростник, из которого у меня делаются почти все двойные пищики и некоторые овлосы, это тростник северный, это собранный в Краснодарском крае, в том числе в Адыгее, в Тахтамукайском районе, который как бы внутри Краснодарского края находится. Вот. Вопрос не в том, даже где он растет, а вопрос, как его найти, правильный тростник, и как его правильно собрать. Вот это уже целая наука, про которую мне придется писать книжечку, и эфира мне сейчас не будет. Ну, либо про это, либо именно об этом его мы Антона просто... отдельно пригласим, и целую передачу, которая будет длиться... Ну, неделю. Серия передач. Нет, тростник вечный. Будет тростник. Серия передач. Меня прозвали заклинателем тростника, то есть я этому посвящаю жизнь, и как бы, ну...
Его просто надо уметь правильно собрать, правильно подготовить. Это имеется в виду фрагмитес, да? Да, про тростник не Арунда Донакс, который вот очень там во всяких Грециях, там, не знаю, растет на югах, а это именно тот тростник, который везде называют камыш. Камыш. Вот, такие веники, да, стоят там, вот. Но я, если я начну разговаривать сейчас о тростнике, эфира на это не хватит. То есть это твой конек? Это не мой конек, я просто... Все мои разговоры сваливаются всегда в тростник. Я когда долго разговариваю, я рано или поздно начинаю говорить про тростник. Антон, пойдешь обедать? Да, тростник у вас где? Значит, вопрос, что у нас фон зеленый, отвечает Дмитрий Шахардин. Нет. Реклама ИПП. Дорогие друзья, мы находимся на студии ИПП, которая любезно предоставила нам это замечательное... Тима. Это замечательное помещение, которое полностью зеленого цвета, специально покрашено для сегодняшней передачи «Зеленка». Так что все, по-моему, логично. Здесь этого Патрика, это зеленый цвет. Мы пьем только зеленые напитки, сделанные из натуральных... Зеленый чай. А? И зеленый чай, да. Дань питерской традиции поливать День Святого Патрика зеленкой снежочек. Мы поливаем себя изнутри. Просто чтобы вы все... Знаете, вот есть такой известный факт, что вот в Бостоне красят реку раз в год. Ребята, господи, это вообще ни о чем. У нас целая зеленая комната круглый год, и есть зеленый напиток, который все русские люди пьют с детства. Мы все его знаем, это не буду называть его в эфире, пока нам не заплатил этот напиток рекламный бюджет. Послушай, у вас есть тебе шанс. Тогда... Не знаю, там, грузинское правительство. Я очень на это надеюсь. Этот напиток пошел из Грузии. А может, да? И французская. А может, и французская. Кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что напиток Боржоми теперь выкупили голландцы и производят чуть ли не в Голландии. Вы слышали это? Вот приедут к нам в гости друзья из Грузии, Бани. Надо будет про это спросить. Да, они приезжают. На заводах Кока-Кола производят, да? Возможно, я не знаю. Мы будем уточнять. Так, есть ли вопрос? Еще вопросов больше каких-то нет? Боржоми Лайтс. Значит, еще раз... Ребята, очень важный сейчас очень важный момент. Мы вас пригласили, потому что вы специалисты по волынкам. Вот вы как себя ощущаете? Вот, прежде чем сделать какой-то инструмент, надо в нем научиться разбираться, да? То есть знать, как он должен звучать. То есть вот ты когда делаешь флейту, ты должен, например, понимать, как эта флейта будет звучать, правильно? Сначала надо научиться играть, да. Я считаю. Да. Потом уже делать. То есть я отличаю, собственно, звуки. Поэтому у меня есть такое предложение. Давайте небольшой сейчас сделаем тест, конкурс, не знаю, как это правильно назвать. Насколько наши мастера волынок, музыкальных инструментов, вообще профи в волынках, и смогут ли на слух определить, как звучит та или иная волынка? Вы не против, парни? Давай, единственное, что у нас, к сожалению, нет никаких вот... То есть сейчас мы на экране будем показывать волынщика. А мы будем смотреть. Да, вы должны... Я надеюсь на вашу честность. Вы должны закрыть глаза и не смотреть. И на слух определить, что за волынка. Я закроюсь, хорошо? Да. Саш, ты не против? А он будет смотреть. Один будет слепую, а другой в открытую. У нас готовы волынки? Так, итак, дорогие друзья, дорогие телезрители. Когда еще не был волынщиком, конечно, вот я слышу там группу Эни, о, волынка звучит, потом группа Чифтонс, тоже волынка. Я-то не понял, что эти волынки абсолютно разные. Их 30 видов, если я не ошибаюсь, если не больше. И вот наши мастера, они сейчас будут на слух, не видя, определять, что это за волынка. Давайте посмотрим. Итак, первая волынка, самый простой вариант, который знают все наверняка, но... С чего-то надо начинать? Звук. Какая странная. Звук, пожалуйста. Брызговая волна. Жестко. Меня отдыхает. Сейчас, технически. Разбирайся, убери, пожалуйста, картинку, разбирайся со звуком, чтобы пошел. Саш, можно открыть глаза. Дайте пока пару вопросов. Значит, у меня вопрос такой: как вы, как музыкальные мастера, относитесь к современным волынкам электронным? Я играю на одной. Опа, так. У меня есть электропрэктис, а у меня нет, шотландский. А ты нет? Шотландский, когда мы очень много жили в поездах между Москвой, Петербургом и Новороссийском. Вот, я как раз, у меня был такой период, когда я нарабатывал себе базу мелодий, то есть у меня есть вот такая вот черная палочка, в которую втыкаются наушники, и я вот в метро в Москве, и я потом, кстати, как ни странно, мне присылали из интернета какие-то эти фотографии, сделанные на телефон, где я сижу и как сумасшедший двигаю пальцами на какой-то черной палочке, и там куча было смешных комментариев, вот. Но я ее использую только как тренажер. Тренажер. Это и есть тренажер. Ну, вот и есть тренажер. Электро, как он называется? Техночан. Техночан, у меня такой же есть. Саша, а ты как?
Я помню, ты играл, кстати, на моем техночантре, я был у тебя в гостях, и ты с таким воодушевлением так, и так ржал еще, говорил, вообще нифига себе, его дают, а. Ну, а все-таки? Меня все-таки заложили. Не, ну, хорошая штука, конечно, но не более, чем тренажер. Мне просто всегда хватало настоящих инструментов, и для этого не нужен был электронный, но я думаю, что для многих это хороший выход, но для всяких офисных работников, которые... Которые купили себе волынку, да, но вот, так и не научились на ней пока что играть. Убогих. Нет, есть один нюанс. Ладно, если мы говорим про Practice Chanter, да, Practice Chanter, ты просто тренироваться. Но мы, сейчас, мы говорим именно про сейчас волынки. Есть Red Pipes, это волынки, которые делают прямо вот, они как, выглядят как вот точно так же, как волынки, там может даже дуть, только она электронная, в принципе, можно не дуть. Вот, если не ошибаюсь, первый музыкант, который стал играть такой волынки, это Heavia или Evia, как его правильно? Сделал свою. Он сделал свой вариант. Да, да, да. Ага. Red Pipes — это уже следующее такое поколение было. Вот, вот к таким волынкам отношение какое твое? Ну, это неинтересно. Нет, это очень удобно, потому что, понимаешь, в принципе, это синтезатор, и он всегда строит, он всегда как бы, ты его воткнул и... Поехал. Но нет, просто я считаю, что не все, что удобно, понимаешь, то должно как бы у тебя быть. Вот. Ну, особенно я просто понимаю, что, понимаешь, если я начну играть на такой штуке, вот, у меня руки не дойдут там до другого. То есть это, в принципе, такая балалайка, которая затягивает очень. Ну, в принципе, я так понимаю, что для волынщика вообще самое главное — научиться этот инструмент настраивать и самому на нем играть. А на Red Pipes там, в принципе, ничего настраивать не надо. Я думал, что электронную волынку. А? Настраивать электронную волынку. Да. Там ничего не надо настраивать, она сразу же звучит. Это, в принципе, такой очень легкий путь. Там скорее паять надо уметь, да? Да. Ну, понятно. То есть спокойное, то есть такого вот прямо пренебрежения или ненависти нет. То есть они же не отъедают целевую аудиторию. Ну, скажем так, ненависти нет, но... Как-то я не знаю. Нет, ну как-то вообще меня не прет вот эта музыка на электрических волынках. Там. Ну как это как? Ну как же так? А как же дуть там, не знаю, это же все важно. Это первый шаг к безалкогольному Гиннесу. Ну и ко всем остальным имитирующим последствия. Да. Понятненько. У нас был музыкант один, Митя Харамцов. Он нам рассказал очень смешной анекдот про волынку. Вот, единственное, его нельзя в эфире рассказать, я вам потом расскажу. Может, вы знаете какой-нибудь анекдот? Он слишком детский. Да, он слишком, ну, слишком неприлично детский. Может, какой-нибудь анекдот про волынщиков знаете? Чё-то я много знал. Про волынщиков. Они все неприличные, они все, ой, они все детские. Все детские. Ну, как бы есть поговорочка, что, ну, по-моему, она не только про волынщиков есть, что волынщик настраивает всю жизнь волынку, а половину жизни настраивает, другую половину играть на ненастроенной. На ненастроенном вот, инструменте. Да, да. Это поговорка. Это не, другую это половину анекдот. Жизни расстраивается сам. Ты знаешь, анекдоты, ну вот проблема в том, что мы уже, ну вот я, допустим, тоже не первый год играю, но вот я в 2003 году приехал за гайтой в Петербург, и все анекдоты, они уже так много раз рассказаны про волынщиков. Очень давно. Я не смогу сейчас это весело рассказать. Для меня это дикие баяны. То есть уже настолько... Хочешь, я тогда анекдот про волынщика расскажу, потому что я не умею рассказывать анекдоты, и поэтому меня всегда просят... Дима, тебя поставить на стульчик? Всегда просят рассказывать анекдоты. Собственно говоря, волынщик стоит на улице, играет, да, ну все, обычная ситуация, да, стоит перед ним кейс. Да, под аптекой, как известно, волынщики обычно играют. И, в общем говоря, играет, и, в общем, подходит к нему детский анекдот, да, детский анекдот, подходит к нему мальчик и просит его: дяденька, если вы, может быть, эту зверушку так не будете тискать, то, может, она не будет так визжать вообще. В этот момент должны были звучать громкий ржок. Почему не смеялись? Не, не надо было. А, не надо. Но если не ошибаюсь, тут Джерома, у него есть очень неплохой пассаж. Как раз трое в лодке, не считая собаки, про человека, который решил начать играть на волынке. Там очень смешно, гомерически, буквально вот такой огромный. Несколько абзацев. Рекомендую всем поискать, я сейчас не помню. Но там как раз вот то, что человек пытался играть на шотландской волынке, и все его вокруг стали жутко ненавидеть. И, конечно, жизнь испортилась у него, да? Я пару раз волынка. Сталкивался с таким, как сказать, не то что пренебрежительным отношением, но когда еще только учился играть. С ненавистью.
практически с ненавистью. Мы, представьте, мы разучили, у нас была группа тогда, я, Нина Харакос и Настя Карасева. Мы разучили, я разучил мелодию «Иду свистом», и мы пошли куда-то там ее репетировать, на улицу зачем-то. То есть на улицу мы вышли, раз таки, играем. Вообще кайф, просто супер, вообще волынка гудит. И вдруг, это где-то было на Верейской улице, из окна. Да-да-да-да, я здесь спать пытаюсь, видите? Белая ночь. Да, ну подумать ночью это. Да. Вот, поэтому я, конечно, да, немножко был очень удивлен, что не каждый человек любит волынку, да. Хотя вот Лазарсон, помнишь, наш многоуважаемый друг из Москвы, он рассказал, что он ходил в Филях, в парк, по над речку играл, вот собирались люди, собаки, козы. У меня есть классная история. Произошла ровно 2 года назад, в феврале 2016 года. У нас есть такой лиман, суджукский называется, и я туда, ну, мы туда приходим поиграть уже в течение многих лет, и играем в основном тоже на волыночках, там такое открытое место, море сразу за лиманом, за косой, вот, и к нам в Новороссийск иногда пеликаны прилетают, и вот я однажды пришел с Хайлендом, начал играть, и прилетел пеликан, вот, и вот напротив меня стал вот так плавать. Вот. Потом за ним прилетела еще вся его семья, и они вот напротив меня стали плавать. Но я думаю, ну случайность, они тут пасутся. На следующий день я это повторил, и стоило мне начать играть, прилетел один, а за ним вся семья пеликанов. И так продолжалось. Потом они пошли к Антону жить и перезамывали у него дом. Антон — заклинатель пеликанов. Да, я на Хайленде играл. Серьезно? На шотландском, да, они прилетают. Но сейчас ты от нее отказался. Нет, играешь. Я играю, продолжаю. А, все-таки бывает, да. Тайно поигрывает. Что у нас с технической... Вы готовы, да? Мужчины, вы готовы к этому сложному заданию? Отгадывание? Не каждый. Отгадываем и так. У нас технически готовы, Саша, закрывай глаза. А кто еще будет отгадывать, кроме только нас? Вы, потому что только вы профессионалы. А я, к сожалению, тут буду... Жануся, в принципе, тоже. Я не умею. Итак, запускаем первый инструмент. Без барабанов вы, что ли? Я слышу там барабан. Достаточно, по-моему. Ну, достаточно, давайте, говорите. Что это? Слушай, мы сейчас скажем, что это большая шотландская волынка, а они скажут, нет, это Irish War Pipe. Это или большая шотландская, или ирландский warpipe. Да, такое я даже не знаю. Это я на всякий случай парирую, чтобы вы нас не... Ну, ирландский warpipe — это, в принципе, тот же Highland, только обычно с двумя... Большая шотландская волынка. Scottish Great Highland Bagpipes. Все понятно. Все правильно. Первый вопрос засчитан. Закрываем глаза. Следующая волынка, надеюсь, сейчас будет чуть посложнее. И что, а? Убираем картинку. Слушайте, ну французская эта волынка. Нет, какая-то центральная. Вопрос лишь, это, да, центрально французская или бог, но не бог, нет. О, чудо. Бог. Не бог, а другая. Это... Лед де центре. Нет, ну, Карнамус централь. Карнамус де центре, да. Да, браво. Ребята, я бы, кстати, не отгадал. Слушайте, но... Антон молодец. Ну ладно. Так, хорошо, давайте следующий. Мы играли в группе, с Ганной играли в группе Бунсуар. Мы там играли всю вот эту французскую музыку. А, так что нам это... Он знал. Ганна играет на французской волынке. Да, мы готовы. Следующий вопрос, следующая волынка. Это Беню. Опять колонки заводят. Да, это Беню. Сева, можешь название убрать? Я хочу, чтобы они посмотрели на картинку. Не надо. Да, они уже отгадали, понятно. Да нет, ну понятно, посмотрим. Это... Посмотрите, кто играет. Бенюкос. Кстати, это очень крутые ребята. Да. Это крутейший дуэт. Это бретонская волынка Беню вместе с Бомбардо. Беню-Бомбард, состав бретонский. Да, это очень удивительный инструмент, если не ошибаюсь. Это какая-то октава, Юленька? Это как Хайленд, только на октаву выше. Вообще... На 2 октавы выше. Вторая и третья. Беню-бомбард — это вот, возможно, одна из самых живых традиций, именно пришедших из Средневековья, когда волынка с шалмеем играет. Ага. То есть это абсолютно поголовная европейская как бы картина, когда играет волынка и шалмей. И вот она сохранилась в Британии и в Италии наиболее вот сохранишь. А в Италии — зампония-пифаро. Ля бемоль.
Это си бемоль. Это для бемоль это старый. Да-да-да, у нас будет, и бомбарды, и беню будет группы. Так, ребята, следующий вопрос. Еще, да? Вы что, вы думаете, так просто все будет? Это так, разминочка, давайте. Глазки закрывай. Теперь Сева, врубай, посмотрим. Это чешский козел, наверное. Убери картиночку, пожалуйста. Чешский козел. Браво. Да, Александр Анистратов. Мне сначала показалась болгарская ошибка. Или дуда. Да, чешская дуда, но это близко. Они очень похожи. Да, очень похожи, хотя очень по-разному выглядят. По аппликатуре и вообще по всей артикуляции. Да, хорошо, еще один, еще очень сложный. Окей. Еще сложнее, Саша, не смотрим, извини. Полынка моей мечты. Ну? Прего. Цампоньяри. Друзья, смотрите, как она выглядит. Да. Просто целый орган какой-то. Очень скоро я заиграю на чем-то вот таком. Да? Как она называется? Цампония. Цампония, зампония, там, ну, разные варианты. Но в основном цампония. Она по всей Италии распространена и везде немножко по-разному итальянская, выглядит. Итальянская. Ну, я понимаю, да. У нее такой большой мешок. Это для того, чтобы ты устал, например, дуть уже. Он такой большой, пока сдувается, можно другое. Можно куплет спеть. Вот, допустим, грузинские мествири, волынщики, там как бы ты надул, вот мешок большой, и во время, пока играешь, ты поешь куплетик, а потом там припев. Так, вот, ребята, не отвлекаемся, дальше, поехали дальше, не смотрим сейчас еще, это не просто все будет, сейчас, вот это может быть... Название. Да. Название. Мюзет декор. Французская волыночка. Очень красивый звук. Из, скажем так, ее пик развития, вот 18 век, вот всякий вот такой ампир. В вашем музее лежит такая. В музее, в Шереметьевском дворце. Не знаю, лежит ли сейчас в экспозиции, но в 2003 году мы вот ее прям со всех сторон фотографировали. Очень красивая слоновая кость. Слоновая кость, да, целиком. Господа петербуржцы, в музее, каком у нас? Шереметьевском музее. Музей музыки. Да, музей музыки, сходите, посмотрите на мюзет декор. Закрываем глаза, еще одна волынка, тоже сложная. Я бы не отгадал, честно говоря. Пожалуйста. Нортумбриан Пейдж. Да, судя по этим, по аппликатурным моментам закрытые, слышно, что это нортумбрийская волынка. Да, ну... Нортумбриан Пейдж. Единственная из сохранившихся английских волынок. Да. Ну, вот что? Чисто английских имен традиция, дошедшая. Ну, что вы хотели? Это профессионалы. Но сейчас будет я просто сложнее. Саша делал эту волынку, если не ошибаюсь. А я играл в группе с такой волынкой. Серьезно? Да. Обалдеть. Это та же группа Бонсуар из Москвы. Вот мы с Ганной вот. Играли там и французскую музыку, и вот такую английскую. Закрывайте глаза. Они очень близки с мюзет-декором. Слушайте, ну давайте что-нибудь породнее. Хорошо, сейчас посложнее. Турок, грузин каких-нибудь, иранская волыночная традиция. То есть пока нет вариантов, да? Ребята, нет, ни то, ни другое. Это волынка из ПВХ. Хоумейд волынка. Покажите, пожалуйста, как она выглядит. Они нас уделали! А я уж думал, что все. Все, пойдем отсюда. Какие-то патрушки, это фиаско. Еще осталось две волынки. Последние две. Давайте, последние две. Сева, вот там, где дядя у нас. Это не засчитывается. Нет, это зеленый.
Тулум. Я лучше уши закрою, а не глаза. Это иранская, в Южном Иране сохранившаяся традиция в одной Приморской области. Забыл, как эта область называется. Волынка называется Наянбан. И эта традиция там очень-очень распространена, если я не ошибся. Все правильно. Иранская волынка, музыкант Шанбе Заде. Мы с ним встречались на одном фестивале. Браво. Это был сложный вопрос. Хотя по мелодии, конечно, было понятно, что что-то такое. Вот, нет, ты знаешь, тут довольно еще темперированный строй у нее, потому что наянбаны, они, у них еще более такой дремучий, как правило. На самом деле, из восточных дремучий волынок наянбан — это самая крутая традиция, самая живая. То есть у них эстрада с этим есть, у них традиция росписи мешков, ни одного одинакового мешка нет, они все расписаны по-разному. Очень крутая традиция. Она интересна вообще тем, что он может они играть тише, громче. Он мне показывал. Тише, ну, громче. Есть там, да, то есть это удивительно. При этом и тон не плавает. Я не знаю, как это так. Это то, о чем тебя в России часто просят. Давайте. И теперь, ребята, самый сложный вопрос. Закрывайте глаза. Последнее. Самое последнее. Это сложно. Не каждый разберется. Ну, давайте. Пожалуйста, музыку. Не только это невозможно угадать. Пожалуйста, посерьезнее. Вы же обещали мне не снизить. Давай, пускай посмотрят, пускай скажут сначала, скажут, ну. Ладно, все, ну посмотрите, что ну, это. Посмотрите, а что это на самом деле? Посмотрите. Офигеть. Вот что это? А как строить-то, а? Конечно. Слушай, ну иди. Все, убирай. Все, убирай. Гениально. Да, это был Тимур Сигидин на огнетушителе, браво. Огнетушители фон. Фу, ну а слушайте. Как огнетушитель по-английски? Можно огнетушители pipes можно. Extinguisher firework. Extinguisher pipes. Слушайте, ну я, конечно, не сомневался, что ребята все отгадают. Конечно, для валынщиков это вообще фигня вопрос. Вы, наверное, рассчитывали на иранское нас уделать. Да нет. Так вышло, что последние полгода я сильно увлекаюсь именно слушанием иранской волынщины. Ребятушки, давайте еще поиграем, потому что все-таки мы здесь собрались не просто так, мы собрались по поводу. Сейчас будет песня, которую я вот мечтал, чтобы мы сыграли каким-нибудь таким ирландским оркестром. Звуком, да, ирландским оркестром. Красивая мелодия. Давайте. Бобик в гостях у Барбоса. Сидит на поличике.
сидит на полечке, читаю яички. Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили не читать, не писать, только в куколке играть. Я куколку разорила, меня маменька полила. Пу-пу-пу на свинье, балабайка на стене, балабаечка упала, свинью по гробу попала, а папашу по спине, чтоб не ездил на свинье. Фантастика. Дорогие друзья, это была песня «Иванушка Рачик», которую мы специально переделали. Наконец сбываются все мечты. Да, специально сделали. Почему он Рачик? У меня, я в Грузии родился. В Грузии есть регион Рача, называется. Очень потому, музыкальный, потому, кстати, регион. Рачули или Рача? Рача. Рача. А есть Танец Рачули. Это Рачинский из Рачи. Понятно. Слушай, Антон. Да. Сейчас. Кстати, именно там самые низкие грузинские волынки сохранились. Рачинские. Рачинский, но это по никакого поводу... отношения не имеет к Иванушке Рачик, слушай. Но... А жаль, да. И он вообще никакой не Иванушка Рачик. А еще про Рачинский есть такая тема, что они... А как нам рассказали, что он Иванушка Рачет. Знаешь, такой рачительный хозяин. Вот это вот беспокоиться, суетиться немножко там. Радеть о чем-то, радеть. Рачительный. Рачек — это... Рачет. Он Рачет. Песня называется «Иванушка Рачек». Это ошибка, так же, как крутится шар голубой. Был шарф, стал шар, потерялась буква, а здесь изменилась буква. Иванушка Рачет, по бережку лазя. Понимаешь? Он вот Рачет, делая... Господа фольклористы, обратите на это внимание. Если кто-то поет Иванушка Рачек, в принципе, правильно Рачет. Но мы не будем Рачет, изменять песню, потому нет. Что, да, мы не идем поперек фольклора. Кстати, ребята, вот в фольклоре, как вы считаете... ваше отношение применительно к фольклору. Что можно, что нельзя. Вообще, возможно, вообще правильно ли так формулировать, что типа, здесь вот в такой русской песне на Иралской волоке, нет, так нельзя, нельзя. Вот есть вот какое-то мнение на счет? В виду, если это реконструкция... Как ты назовешься? Если речь идет о музыке, то, конечно. То, что работает, то и правильно. А если реконструкция, то это уже реконструкция, и, в принципе, к музыке это не имеет отношения. Согласен с оратором. Как ты назовешься? То есть, если ты говоришь, что ты занимаешься вот прям фольклором, назвался груздиком, в кузовок полезай, и делай вот прям фольклор, копируй эту традицию. Смотри, что значит фольклор? Вот. Фольклор, по моему мнению, это народное творчество.
Блин, так это такой-то сейчас вообще сложный вопрос поднимаешь. Да, конечно, скажу. Потому что часто люди задают вопросы, а вот почему так, почему это, а что это вы здесь вот так сделали, понимаешь? Кому, вот. Вам задают вопрос? Ну, и нам в том числе. Да пусть лесом идут, но вам... Вот так вот! Скажешь тоже. Как же это вы же играете музыку, которая вообще вот, ну, нравится вообще. Ведь ты же музыкант, ведь ты же культурный человек, как же ты это лесом посылаешь людей? Этнографический... Они же этнографический ансамбль. Они же тебе вопрос задают, для того, чтобы прояснить ситуацию, а ты их в лесо подправляешь. Пусть блуждают там. Вот там как раз она и проясняется, я вам скажу. Ты был в Краснодарском крае, там лес, он, там можно, понимаешь, пройти. Там можно проясниться. Я, собственно, вообще, ну, так сказать, себя осознал в лесах Краснодарского края и Адыгеи. То есть предполагаем, что в музыке, возможно, все, лишь бы... Ну, мое мнение, что если это талантливо хорошо, то на чем бы ты ни играл, даже если ты играешь на огнетушителе, это допустимо. Мы только что видели. Мы только что видели. И слышали. Друзья, напоминаю про то, что есть, у вас есть, пока еще есть возможность поддержать группу от АВЕ. Рублем, фунтом, стерлингом, чем хотите, поддерживайте. Все пойдет в дело, все в зеленку. Стерлинги. Ребята, у меня есть предложение. Давайте немножко снизим градус пафосности. Вот я могу рассказать одну интересную историю всем. Однажды я был в Латвии. У меня жена латышка, все ее знают. Мара. Ну, вы из всех присутствующих. Мы не знаем. Да, вы не знаешь, Антон, Мара, познакомься, моя жена. Мара, махни рукой Антону. Да. Очень приятно. Она латышка. Она из фольклорно-латышской семьи. Очень известная группа Ильги. Им уже 36 лет. 36 лет столько, сколько Маре. Серьезно, вот как-то так совпало. И Марис Муктупавилс, мой тесть, да, правильно, тесть? Да, тесть. Отец Мары. Это лучше помнить. Мы однажды у них были в гостях. Ты, кстати, делал, Марис, если не ошибаюсь, эти стоки для волынки. Марис? Марис, да. Я с ним разговаривал по телефону где-то в году 2001. Да ты что, по какому поводу? Я очень хотел себе какую-нибудь волынку, я еще не знал там никого вообще. И я с каких-то дремучих интернетов узнал, что есть в Латвии человек, который делает... Это другой Марис. Это Марис, да? Янсенс. Он сейчас переехал. Прошу прощения. Но я знал, за всю свою жизнь я знал одного Мариса. Да. Я думал, что это единственный Марис на всю Латвию. Единственный Марис на всю Латвию. Так бывает. Так же, как единственный Иван на Россию. Я звонил ему с телефона автомата, говорил, дружище, сделай. Слушай, это очень интересная история. Марис Янсенс, замечательный музыкальный мастер. Он уехал в Сибирь, сейчас живет в Виссарионском поселении. Вот это история. Мы играли на фестивале «Мир Сибири». Вот как бывает, Антон. Такие отыграли, все хорошо. Подписываем мои, эти. Переезжайте лучше жить в поселение в Новороссийск. Краснодарский край. Там теплее. Там теплее. Я видел, ты купался. И, кстати, некоторые мастера так и поступают. Так вот, смотрите, мы отыграли концерт, и там что-то подписано какие-то автографы. Смотри, какой-то дядя стоит, так смотрит, мне улыбается. Думаю, что-то лицо знакомое, непонятно кто. Потом, господи, это же Марис, ты откуда здесь? Это было в Сибири. Но разговор про другого Мариса. Итак, Марис Муктупавилс. Вернемся в Латвии. Мы там решили заночевать в гостях. И он говорит, слушай, ты понимаешь, у меня как бы вот есть надувной матрас, но потерялся этот, чем его надувать? Я такой, Марис, какая фигня, двуспальный матрас или односпальный? Двуспальный, давай сюда. И я за полчаса... И как ты себя чувствовал? Я его надул, двуспальный матрас. Саш, ты веришь в это? Да. Легко. А похожие... это неправда! Нет, это правда. Потому что со мной такое же было. Мы приезжаем на фестиваль, мы купили себе тоже... Когда мы покупали матрас, надувной для фестиваля, я сказала, что будет стыдно этому валыщику покупать к нему носок. И мы не будем покупать носок. То есть вы крутые, не пиздец. Полту не надо. Это страшно. Слушайте, я сейчас хочу... Слушайте, но мы надули. Надули? Да. Сколько заняло времени? А? Времени сколько заняло? Ну, менее получаса. Менее получаса. Менее. Может быть, у меня, я не помню. Ну, но нас было двое. И мы дули тогда в Дудельзаке. Дудельзак Юргена Росса, я тебе скажу, более суровой волынки еще не было в моих руках. Наверное, надувать грелки и куличи. Дудельзак, судя по названию, это немецкий. То есть, дорогие друзья, волынщики, у них настолько развиты легкие, что они могут надуть все, что угодно. Если человек, который надул дудельзак, он может надуть матрас, он может, не знаю... Я в машине даже насоса не держу. То есть надувает колеса от автомобиля, от газа. Ребята, у меня есть предложение. Давайте устроим соревнование. Вы не против? Соревнование. Ты хочешь надуть пень? Кто надует пень, да. Все достаточно просто. Ребята, у меня есть шарики.
Значит, у нас есть два волынчика, которые... Сань, я знаю, что ты любишь... А секундомер есть? Есть секундомер. Он там вон на какой волынке играет. Это не важно. Так, кто хочет из Оттавы ее принять? Подсоединяй к меху. Я рефери. Ты что, держи. Кто хочет еще? Леня? Смотрите, мы на время. Кто быстрее надует? На. Петенька, как смог? Если лопнет, это ты победил. Я играю на волынках, на которых играет стоя. Слушай, я не хочу туда дуть. Туда. Он шарик абсолютно стерильный. Еще один есть. Тимур, давай, держи. Ты вегетарианец. Пока не лопнет. Ему уже ты... 10 секунд. У него два шарика есть. За 10 секунд. За 10 секунд. Да, за 10 секунд. Кто надует больше? А он уже надует. Так, сейчас. Вы готовы, да, дорогие друзья? Готовы. Итак, небывалый эксперимент в прямом эфире. Волынщики соревнуются с неволынщиками. Нечестно! Слушай, он мастер, он сам себе это сделал, имеет право. Все. Итак, приготовились. Я даю старт. 10 секунд у нас. На старт, внимание, марш! Ребята... Стоп! Так, ну-ка. Вот, ничего себе! Побеждает Алексей с Косырем! Браво! Что, у него форма такая. Вот это... Я думаю, побеждает Александр Нестратов. Знаете, из этого... Нет! Александр Нестратов. При зрительских даже несмотря на ухищрение, проиграл. Это было... Амбушюрное звукоизвлечение из волыночного принципа. Кстати, да. если быть серьезным, в прошлом году, в феврале, мы были в Индии. Мы были в Индии. И вот мы там валяли дурака, играли музыку, и там был дядя такой, Али Мюллер. Замечательный, классный шведский музыкант. У него там куча грэмми каких-то. Он играет на бузуке и на кларнетах, и на всяких трубах. И вот мы там еще у нас вечеринка, мы танцуем. Там хэппинг, праздник. И вдруг раз... А он такой же датенький, он такой, и чувствует, что-то ему хочется. А инструмент с собой нет, ну раз, труба какая-то валяется, просто вот пластиковая. Он и начал на ней играть. Он начал на ней играть мелодию какую-то. Просто музыкант. На какой-то огромной трубе, понимаешь? Нас этим хочешь удивить? Не, я был удивлен. Дайте мне какую-нибудь трубу. Так что, понимаете, вот Саша только что продемонстрировал то, что Али Мюллер сделал в Индии. Так, у нас готовы ответы по конкурсу. Сонетов. Я не специально. Конкурс сонетов. Ребята, вам сейчас надо будет вдвоем выбрать, что вам понравилось больше, потому что приз накануне шуточный. Два билета на День Святого Патрика 17 марта в Санкт-Петербурге. Да. Либо компакт-диск группы «Требушет», если вы из другого города, придется показать прописку. Господин режиссер-оператор, давай, выводим. Митяй, читай. Ну, волынка, это ладно, это просто инструмент. Тут с другим бы разобраться, почему же требушет? Так, неплохо, неплохо. Дальше. Вечный вопрос, да. Была волынка у меня, играл я слишком круто. И даже солнце в небесах случайно мной задуто. 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 Неплохо, неплохо. Задуто, это хорошо. Так, прям... Задуто. Все? Волынчик старался, играл на волынке, еще новичком играл он на рынке. Блин, ну это почти про меня. Так, дальше. В волынку можешь ты не дуть, а вот по струнам бить. А вот по струнам бить уметь обязан. Хотя, когда себе надуешь мозг, волынка скажет за тебя все сразу. Волына скажет за тебя все сразу. Вот оно. Не, ну, наверное, имелось в виду волынка, просто одна буква, как обычно, пропала. Как дальше? Когда возьмешь волынку в руки и на мешок в сердцах нажмешь, милы соседям твои звуки, по батарее ты поймешь. Это так, жизненно, так да. Жизненно, вот жизненно. Жизненно. Дальше есть что-нибудь? Опять. На волынке я дудю, поправляя бигудю. Требушет с Оттавой йо, да, надо правильно писать. Сердце тронули мое. Блин, хорошо. Одного состава, правда, не хватает. Это человек, прогиб засчитан нормально, но давайте дальше. О, волынщик колтоносый, не печалься. Носный. Колтоносный. А что такое? Наверное, килтоносный. Килтоносный, да. О, волынщик килтоносный, не печалься, не грусти.
каратеник, килт, каратеник, килт твой бледный не успеет. Ну, успеет порасти. Слушайте, у меня что-то... С пороном порасти. Может быть, кто-нибудь... Дима, ты перепил этого тархуна. Нет, я не понимаю даже смысла читаемого. Потому что это сонет. Это сонет. Надо заменить читца. Здесь сложность ходовой формы. Давайте дальше. Давайте, может, я один нужен. Читай, да, конечно. Ах, волынка ты, волынка, благородный инструмент. Ты пляши, моя кровинка, принимай медикамент. О, блин, ну... Это часто только получилось. Блин, мне особенно с этим акцентом им понравилось. Гордо я стою с волынкой, я король всея страны. Это интересно, прям к выборам хорошо. Что же давишь ты смешинку? Ты хомяк со стороны. Ты хомяк со стороны. С какой стороны? Да, с любой стороны. Это что, это как это понимать? На волынке дед играет, рилы, джиги выдувает, ноги сами в пляс идут, веселится местный люд. Ну, неплохо, неплохо. Да, по средневековому немножко так получилось. Да. Вот, слушай, ты так много, все. Я уже ничего вот, не запомнил. Что понравилось, что запомнил? Я, конечно, прогибы запомнил в первую очередь. Прогибы, да? Пробегуню. Нет, давайте все-таки... Шучу. Это, конечно, не считается. Вот про рынок был и первая какая-то самая. Про рынок это вот для меня очень жизненно. Попадос был. Еще про батарею был. В 98-м году я играл. Вот, не на волынке, но на рынке играл. Ну, ребят, вам придется выбрать. Я за рынок. Саша. А ты за батарею, значит, да? Я за батарею, да. Вот, а понимаете? Батарею я тоже за батарею. Я, в принципе, я за рынок и за батарею, ну, так как голоса два, мы за батарею. Нет, за батарею все-таки. Нет, смотрите. Я хотел приложить камень, ножницы, бумага сделать. Ну, раз уж вы... Может я быть. Я не умею. Не умеешь? Не умею. Я тебя доучу. А я хотел предложить оба приза. То есть ты подаришь диск про рынок. А человек, если он находится во Владивостоке, он приедет на фестиваль, потому что ему два билета достанутся. Нет, мы все-таки выбираем один. Еще раз, какой? Ну, батарея. Про батарею. Все, про батарею. Пожалуйста, покажите нам про батарею. Ага. Дмитрий Бирюков. Дмитрий, пожалуйста. Как? Дмитрий Буйков. Пожалуйста, напишите нам ВКонтакте. Из ВК. Вот, напишите ВКонтакте кому-нибудь из организаторов Атавио. Можете мне написать. Или вообще оставьте там где-нибудь, что вот я тот самый. Мы вам напишем, вы из какого города вы мне напишите. Мы либо пошлем вам диск, либо вы получите две проходки на наш фестиваль 17 марта. Антон? Автору про рынок, если вдруг он захочет купить двойной пищик мастерской «Антплат», 50% скидка. Вау, ничего себе, ак небывалой щедрости. Всего лишь 1750 рублей. Ах, вы какие. Да вы тут, я гляжу, время зря не теряете, так и все помните. Маша Донец выиграла про рынок. Маша, у тебя есть возможность купить пищик, у твоих родителей есть возможность купить пищик в два раза дешевле. Так, ну что, мы медленно, но верно подбираемся к концу, но еще не все испытания закончены. У нас есть традиция, вот у нашей группы, когда мы снимали фильм, у нас был фильм-концерт, мы тогда думали, ну как бы так вот, чтобы, ну просто музыка, просто там какие-то разговоры. Давайте что-нибудь еще, блиц. О, давайте придумаем блиц, какой-нибудь прикольный блиц. Так как у вас сегодня два мастера музыкальных инструментов, у вас все-таки есть консенсус. Я вижу, это хорошо, что есть консенсус между людьми, вы можете договариваться. Я думаю, собственно, поэтому вы вместе играете, чтобы научились договариваться. Ты хочешь, чтобы мы на блиц как бы коллективно ответили? Нет, вы кажете, каждый может отвечать свой вопрос, но блиц будет адресоваться к вам одновременно. Итак, 10 вопросов, на которые надо короткий вопрос, короткий ответ. Погнали? Да. А дорогие у меня, друзья, кстати, есть для вас потом, можно будет сделать? О, вау. Я просто видел две ваши предыдущие передачи. Вот. Не, у меня есть просто классический мой блиц. Я иногда беру интервью. Супер, отлично, давай. Но только после нашего. Вдруг, конечно. Вдруг ты после нашего блица скажешь, вообще нет, я, пожалуй, свой больше не буду. Итак, зной или минус 30? Зной однозначно. Ну, вообще ни то, ни другое. Зной. Довольно зноя мало не бывает. Все. Много. Не вопрос. Много не ломтик авокадо или свиная рулька? Ломтик авокадо. Свиная рулька. Без вариантов. Серьезный вопрос. Запись альбома или сейшн на улице? Запись альбома. Запись альбома во время сейшна на улице. У меня такое было не раз. У нас так мы записывали первый свой альбом. Мы тоже так писали, у нас есть. Со свиной рулькой. Со свиной рулькой, разумеется. Танец свиной рулькой. И с ломтиком молока. Хорошо. Степ или Кейли? Степ. Степ или что? Или Кейли.
Если кто не понимает, степ понял. Это ирландский постановочный, когда бьется каблучками, да, не знаю, да, как еще. От Кейли это деревенские танцы парни. Ну, я за Кейли, да, я за Кейли. Ага. Вот видите, как мне разошлись. Я много играл, я больше в своей жизни играл именно для Кейли, нежели для степа. Самайн или Хэллоуин? Самайн однозначно. А вы можете разницу сказать между Самайном и Хэллоуином, если кто не знает? Ну, это огромная разница вообще. Ну, вот просто в двух фразах. Самайн — это то-то, Хэллоуин — это то-то. Ну, Самайн — это древний праздник, который вообще дохристианский, а Хэллоуин — это уже скорее... Американизированная... Ну, в Америке, да, та же самая. Ну, собственно, да, это американская история, которая на весь мир стала популярна, там, через кинематограф, наверное, не знаю. Друзья, три наиболее значимые музыкальные группы, вот для вас, вот, которые прямо вот... Вообще, в столпы. Значимые? Да, наиболее значимые. Давай, для вас, для мирового потом, сообщества, потом для культуры, как считаете, нужно? Ну, это Малекорн. Малекорн — французская группа, не ошибаюсь, средневековая. Ну, да, она, конечно, 70-х годов. Ну, средневековая музыка. Средневековая группа. Ну, нет? Нет, нет, они вообще очень прогрессивные были. Фолк-рок они произвели глубокое впечатление. Они крутые. Так, дальше. Лунаса. Ага, это ирландский современный такой фолк. Фьюжн такой, да. Фьюжн, да. И Питбок Феррис. Не слышал таких. Это что такое? Питбок Феррис, шотландцы. Современные такие очень... ну, просто, в принципе, фолк-музыка, которая уже перестала быть фолк-музыкой и стала актуальной европейской музыкой. Питбок Феррис. Питбок Феррис. Это Питбок. Духи гнилых болот. Ага, все, понятно. Антон? Слушайте, у меня большой, у меня три. В три трудно вместиться. Три. Но, как бы, исходя из контекста, зачем мы сейчас сюда приехали, то есть я назову две кельтских, одну не кельтскую, да? Список все равно большой. Вот две кельтских, это которые вообще, две группы, которые вырастили меня, это Silly Wizard и Botty Band. Вот. И одна группа, которая, я считаю, возможно, это вообще лучшее, что произошло за последние лет 20 фолк-музыки и фолк-фьюжне, это Alham de Foc, это испанская группа, это просто невероятная музыка, на которой я вот уже, которой я питаюсь. Alham de Foc. Л апостроф Хам де Фок си на конце. Это просто чудо, а не музыка. Понятно. Друзья, погуглите потом, посмотрите, что нравится нашим музыкантам. Я думаю, это откроете для себя много чего интересного. Антон, так ты смотрел две предыдущих передачи? Это вопрос не тебе, это вопрос Саши, потому что я знаю, что Саша наверняка не смотрел. Александр, я не успел. Что пьют коровы? Коровы пьют H2O. Долго думал, не считай. Да, да, да. Немножко он запнулся, он запнулся. Я боялся. Я боялся. Меня не спрашивают. Теперь небольшой каверзный, но все-таки я хочу его задать. Все-таки Карлос Нунес или Архиповский? Карлос Нунес. Карлос Нунес. Ну, мастера. Смотри, они в двух вопросах только у них консенсус, а в остальных во всех у них разные были ответы. Кто не знает, Карлос Нунес — это виртуоз галисийской волынки, прекрасный музыкант. Я очень надеюсь, что рано или поздно нам удастся... Ученик Владимира Волоцова. Надеюсь, нам удастся привести его в Россию. Так, два последних вопроса, друзья мои. Алиса Селезнева или Гарри Поттер? Алиса Селезнева без вариантов у меня. Алиса, я им ничего не сказал. Понятно. Последний, наверное, самый серьезный вопрос не только Блица, но и всей передачи. Килт или ватник? Килт. Ну, снизу килт, сверху ватник. Не наоборот. Так, есть вопросы. Иногда и внутри. Давайте твой блиц теперь. Мне очень интересно, даже интереснее, чем... После вашего чудного... Он у меня на самом деле странный. Порой даже не совсем... Ты подумал, может, не стоит его озвучивать? Давай не стоит. Я передумал. Давай один вопрос. Один вопрос? Я до сих пор не знаю, что такое «Атавайо» и что это означает. О! Это Петя надо спросить. У Пети микрофона нет, черт подери. Именно поэтому. Поэтому пускай это будет тайной для тебя. Не, ладно, я на всякий случай, я знаю, что сейчас тут тайну. В связи с тем, что у нас вот недавно вышло новое видео, наверняка пришли новые люди, они тоже хотят узнать, что за «Атава Йо», почему с одной «Т», наверное, ошибка. Ребята плохо учились в школе. Ребята, это не ошибка, одна «Т», потому что слово «Атава» — это
сельскохозяйственный термин, который до сих пор используется в Псковской губернии. Означает он выросшую траву на месте скошенной через 2 недели. Вот примерно вот такого цвета. Зеленка. Наконец-то, аллилуйя, я узнал. Я столько лет сломал голову. Я принципиально не хотел задавать тебе этот но вопрос. Но это там, только слово. Виртуально. А словосочетание «отава» да, «йо» дальше, дальше. Оно имеет, то есть слово «отава» имеет отношение к букве «йо». То есть «отава» «йо». Чего? Прямой. «Отава» клевера, допустим, да, можно сказать. Да. «Отава» осоки или что-нибудь. А тут «отава» «йо». Почему? Йо, вот потому что, вот. Ну, ее просто, ну, как бы, эту букву немножечко так бочком-бочком ее все время в печати она просто ее не встречалась. В печатном слове. Это невероятно глубокий смысл. В печатном слове ее не встречалось очень долго. Поэтому ее косят, а она все равно пык-пык у нее. Есть такие вещи, про которые лучше вслух даже не говорить. Точечки. Ну, видишь, мы сейчас поиграли вместе, может, здесь стало чуть понятнее, что такое «отава-йо». Понимаешь, не название, а вот как бы вот. И мне кажется, понятно, вообще... что это атмосфера, которая... Это понятие, уже, да. Это уже имя, само понятие, естественно, это стало, но, блин, как-то же оно появилось, да? Это... Ребята, к сожалению, вот этом... к сожалению, время наше уходит. А мы будем отвечать уходит, на уходит. Уже вот, к сожалению, совершенно нет. Хорошо. Давай расскажем. Ну, расскажите про инструмент. 2 часа идет наш эфир. Ребята, мы уже заигрались, поэтому надо... Прозвучит. Сейчас этот инструмент, который в руках у Ганы, он называется Bowron. 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 Много разногласий на тему, да, много разногласий. На самом деле, понимаете, я... Bowron. Нет, только не так. Только не а можешь включить? Просят, чтобы отдельно она поиграла. Все, убери, пожалуйста, заставку нам. Вот это убери. Играем. Еще поиграй. Поиграй, Гана. Музыка же главное. Я рекомендую, я под эту музыку, я рекомендую таким вам прийти послезавтра на фестиваль День Святого Патрика в клуб «Аврора» и услышать этот инструмент много-много раз в составе вместе с другими инструментами нашего замечательного проекта. Я и думаю, увидеть. Мы это сделаем прямо сейчас. И сейчас будет завершающая песня с небольшим даже сюрпризом. Если вы не против, шаркнем по душе. Бобик в гостях у Барбоса. Да? Уже поем? Давай. Я даже буду играть и говорить, что у группы Трибушет когда-то случился, ну, мы родились сердечный и жили в портовом городе, и рано или поздно просто на нас... Нас накрыло морскими песнями. Си Шандис. Вот в Петербурге тоже уже их много знают. И нас часто знают именно как группа, поющая морские рабочие песни. Это одна из наших любимейших. Holloway John она называется. И вы можете подпеть ее с нами. Текст есть у вас на экранах. When I was little, told me, way out of the way, way out of the way, Joe. If you never kiss the girl's lips, become all muddle. Way out of the way. Oh,
Thank you.
Группа Трибушет, Анистратов Проджект, все вместе празднуют День Святого Патрика совсем скоро. Ребята, господи, слушайте, это было офигенно классно. Я очень надеюсь, у меня пришла только что идея. Мне кажется, мы должны каким-то образом это позварить, это повторить на Дне Святого Патрика в Авроре. У нас есть к этому все вообще возможности. Я могу воспользоваться служебным положением. Да, мы это сделаем. Если кто-то даже сделаем лучше. Даешь служебное положение и коррупцию на Дне Святого Патрика. Да, на Дне Святого Патрика это святое дело. Ребята, у меня для вас подарки небольшие, так как все-таки мы продвигаем... Зеленый цвет. На самом деле продвигаем просто зеленку. Продвигаем зеленку и неизвестных, ну мало известных музыкантов в нашей стране. Дорогие друзья, вы теперь видите, что какие здесь вообще просто удивительные уникумы, понимаете, своего рода левши, которые могут сделать... И блоху подковать, и правши. Все они здесь. Саша, тебе и вот звезда, зеленка Ванистратов Прожит. Обязательно добавляю ее во все напитки. Антон, для Трибушета тоже вам, я думаю, что это пригодится. Звезда и зеленка в поездке, на гастролях, святое дело. Кстати говоря, зеленка, если ты уколешься значком, мне кажется, что это прямо вот для мастеров музыкальных инструментов, да, это вот просто необходимо. Где-то порезался, красить чего-то инструмент. Там что-то, да. Нет, порезался. Я удивляюсь, что у вас не зеленые пальцы, хотя, скорее всего, у них наверняка свой какой-то хайдер. Знаешь, я поклонник был долгое время йода, мне нравились... Йодные сеточки, да? Да, ну пальцы у меня были все вот такие вот. Антон, теперь время зеленки. Время, все, время зеленки. Но я вам желаю, чтобы вы зеленка. Никогда не повредили Спасибо. Своих золотых рук. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим видео. Обязательно приходите на фестиваль День Святого Патрика. Кстати, в Москве мы завтра будем играть 16 марта в театре группы «Атава.Йо». А вот вместе с этими ребятами, да, мы успеваем. Вместе с этими ребятами мы 17 марта в «Авроре», Пироговская набережная, 17 марта 2018 года. Нас будут смотреть десятилетиями, поэтому люди должны знать, что вот в 2018 году был охренительный фестиваль, и там был такой замечательный музыкальный проект. Все, большое всем спасибо. Я думаю, до новых встреч. И это было классно. Спасибо. Ура! Всем пока!